Очередной коррупционный скандал в Одессе. Следователи Госбюро расследований сегодня вечером задержали замначальника облуправления ГСЧС, полковника Андрея Парина. Его подозревают в получении взятки размером 40 тысяч гривен. Подробности дела пока не ясны. Любопытно, что в момент получения денежной благодарности чиновник находился в автомобиле Mazda CX-9. При этом, если верить декларации, ему принадлежат только старые «Жигули» 6-й модели.